Рейд по сугробам. За минувшие сутки дорожная служба Первоуральска вывезла с улиц города почти 1000 кубометров снега. Это порядка 300 тонн осадков, которые мешали жителям ездить на машинах или передвигаться пешком. Уборку по большей части проводили на центральных улицах. Например, накануне снег вывозили с площади Победы, а также убирали уже сформированные снежные валы на Индустриальной и чистили лестницы на Ватутина. Только из этих районов вывезли 852 кубометра снега. Сегодня дорожники работают на проспекте Космонавтов и очищают от снега набережную Нижнешайтанского пруда.